Я Родион Чепель, и это итоговое информационное ток-шоу на канале «Навальный Лайв», который сегодня целый день находится на номере один в трендах YouTube, самый популярный YouTube-канал. И сегодня здесь я со своими гостями буду обсуждать то, что произошло сегодня, и пытаться понять, что же сегодня произошло. И со мной сегодняшний день в этой студии будут обсуждать мои гости. Это Елизавета Осетинская. Добрый вечер, Елизавета. Елизавета, бывший шеф-редактор РБК, главный и бывший же главный редактор «Ведомостей» Forbes и создатель своего собственного медиа о бизнесе The Bell. Также здесь, в этой студии, со мной Дмитрий Гудков, оппозиционный политик, Илья Яшин, председатель Совета депутатов Красносельского района Москвы и оппозиционный политик, незарегистрированный кандидат в президенты России Алексей Навальный. Сейчас выборы на территории Российской Федерации почти на всей уже закончились, осталась только Калининградская область, ей осталось совсем чуть-чуть. Пока ток-шоу идет, выборы завершатся и там, но уже можно сказать о неких предварительных данных. Центризбирком показывает, что явка на 18.00 была чуть-чуть меньше 60%, 59,96% по Москве. Меньше 52,91%. И по данным на 21.15 предварительные результаты, которые показывают кандидаты: Путин 72,2%, Грудинин 15,7%, Жириновский почти 7,692%, Собчак четвертое место 1,39%, дальше Явлинский 77%, Бабурин 62%, Сурайкин 61% и Титов 0,6%. Первый вопрос Дмитрию Гудкову. Вот ваша соратница по партии, недавно вы объявили о своем союзе с Ксенией Собчак, она набирает по предварительным данным на данный момент 1,39% голосов по стране. Это предварительные данные. Это победа? Это, во-первых, еще 37% тех, кто вышел с Exit Polls, не ответили на вопрос, за кого они голосовали. Но мы можем примерно поэтому, понимать цифры. Мы пока не можем примерно, потому что я не верю ни в какие соцопросы. Это первое. Но дело даже не в том, кто сколько выбирает. Вы думаете, если что-то изменится, она выйдет на третий? Я не знаю, это не имеет значения, потому что мы здесь все одинаково относимся к этим опереточным выборам. Вот. Важно, на самом деле, было, мне кажется, объединиться хотя бы на каких-то проектах. И я как раз доволен тем, что мне в Москве удалось мобилизовать 4107 наблюдателей, которые закрыли практически все участки, и в Москве не было никаких таких серьезных фальсификаций. То есть ваш тандем Собчак дал вам возможность организовать наблюдение за выборами, так получается? Не только тандем Собчак, у нас были наблюдатели от разных кандидатов. Ну, конечно, основная масса была от Ксении. Незадолго до начала этого ток-шоу, на своеобразном разогреве этого ток-шоу, здесь, в студии канала «Навальный Лайв», была, собственно, сама Ксения Анатольевна Собчак, кандидат в президенты России. И мы можем сейчас послушать часть, фрагмент пламенного диалога с Алексеем Навальным, который состоялся ровно здесь, в этой студии. Смотрим видео. Добрый вечер. И у нас в студии теперь два гостя с Еленой. Нам сегодня повезло. У нас в студии урожайно. Кандидат президента Ксения Собчак. И Алексей Навальный тоже пришел на этот эфир. Не кандидат президента. Было такое условие, я так понимаю, от Ксении, что необходимо, чтобы Алексей Навальный тоже вышел в этот эфир. Поэтому... Нет, такого условия не было. Вы меня пригласили. Отлично, спасибо большое. Алексей, раз я встретила Алексея, ну будет правильно, что мы поговорим. Хорошо, все да, просто. Конечно, на самом деле мы с Ксенией буквально в коридоре встретились. Да. Она сказала, что я хочу Давайте быть в эфире вместе, и да. сделать важное объявление. Что такое, Ксения? Ты... Да нет, не то, что я какой-то вот так хотела сделать объявление, но в том числе в рамках разговора я хотела сказать о том, что, учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, но взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми, и вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги, потому что, ну, я знаю твой настрой, я знаю, что тебе не очень нравится моя компания, но на самом деле есть какие-то главные цели, которые нас всех объединяют, и они для нас общие. Они важнее, чем наши с тобой
разногласия или какие-то обиды на то, как несправедливо поступила с тобой власть. А власть поступила с тобой очень несправедливо. И я понимаю твои чувства и понимаю, как тебе в этой несправедливости жить тяжело. Гораздо тяжелее, чем мне. Я это тоже понимаю. Но я предлагаю вот ради наших избирателей, ради людей, которые разделяют те ценности, которые разделяем мы с тобой, все-таки постараться после этих выборов, в которых ты не захотел участвовать с точки зрения голосования и тебя не допустили как кандидата несправедливо, давай попробуем сесть за стол переговоров, давай попробуем объединиться, потому что главная проблема, которую показали и эти выборы тоже, это разобщенность оппозиционных сил, это невозможность усилия делать в одну точку. Спасибо большое, Ксения. Мне очень интересно, что ты это говоришь, эти выборы, в которых ты не захотел участвовать. Отставь, пожалуйста, воду от себя, потому что если ты думаешь, что поскольку ты вот сказала все вот эти ритуальные фразы, вы знаете, друзья, разобщенность — это очень хорошо, демократы должны объединиться, я поверю во всю эту ложь, то ответ нет. И я не собираюсь тоже плести здесь какие-то кружева. Я могу совершенно четко сказать, что это не какая-то несправедливость, в ходе которой меня не пустили на выборы. Это была грандиозная махинация. И, ну, я же тебя не перебивал. И ты была частью этой махинации. Итак, еще раз вопрос. Мы посмотрели сейчас фрагмент этой дискуссии, в которой участвовал Алексей Навальный и Ксения Собчак. И вопрос не Навальному, а вопрос Гудкову. Вам поступило то же самое предложение от Ксении незадолго до этого, и вы согласились. Нет. Почему? Это не так. Во-первых, мне поступило предложение от Андрея Нечаева. Это первое. Это, я напомню так, нашим зрителям, это организатор первое, партии, это не будет партия Ксении. Это не партия Ксении Собчак. Это не партия Дмитрия Гудкова. Это партия многих людей. У нас будет не вождистская структура, куда мы позвали многих. Например, Дмитрий Некрасов там будет, который у нас был ответственным секретарем в Координационном совете оппозиции. Мы позвали Александра Соловьева, лидера «Открытой России». Мы хотим сделать такую нормальную объединительную площадку для участия в будущих выборах. Потому что впереди у нас, ну если мы отбросим выборы мэра, у нас муниципальная кампания в Питере. Там надо будет выдвигать 1500 кандидатов. Выборы в Московскую городскую думу. И надо будет готовиться к парламентским выборам 2021 года. Я себе давно такую цель ставил. К сожалению, я понял, что не получается этот союз на базе «Яблока». Вот, дальше мы должны уже создавать партию. Почему, Алексей, вы отказались от этого предложения? Вот очень интересно сейчас было бы ответить Дмитрию на его точку зрения. Ну, одна из самых дурацких вещей, которые можно делать, это произносить фразу «Дима, я же тебе говорил». Когда ты строил свою коалицию с «Яблоком», и я, и Яшин, и все остальные, мы тебе говорили, что ничего не получится, это противоестественный союз. Во-первых, получилось уже. С «Яблоком». С «Яблоком» получилось. Муниципальная кампания. 267 независимых депутатов. Ну чего вы? Эти депутаты, между прочим, после каждого митинга приезжают в отделение полиции, вытаскивают людей оттуда. Тем не менее, то есть «Яблоко» закончили свой союз тем, что провели 267 независимых депутатов. К сожалению, дальше он не продолжился по инициативе «Яблоко». Идете дальше в союзе с Собчак. Ну, я считаю, что все равно хоть какой-то результат был. Я, на самом деле, горжусь тем, что мы новых людей поддержали. У нас больше 200 депутатов. Почему, Ксения Анатольевна, этому предложению вы не верите? Я не верю, потому что все, что она делала в ходе избирательной кампании, с моей точки зрения, абсолютно лицемерие. И самое главное, ну вот мы видим же результат. И я ощущаю громадный разрыв между реальным количеством протестного электората, особенно в крупных городах. Настоящая оппозиционная партия, настоящий оппозиционный кандидат, он должен приходить и сразу получать двузначные проценты. И вот этим всем, в чем мы без конца находимся, этот 1% «Яблока», с которым мы, и я в том числе был членом партии «Яблоко», годами существуем. Сейчас нам Путин дал Собчак и сказал, вы с ее 1% будете годами существовать. Поэтому, и Дима, ты свои перспективы точно так же грубишь, потому что к нам привязывают, Путин привязывает к тебе на ногу огромную гирю. И эта гиря идет в противоположном, это умная гиря. Она еще специально все таким образом делает для того, чтобы оппозиция, ну, выглядела карикатурной, самой настоящей карикатурной оппозицией. Вы не боитесь испортить имидж оппозиции вот этими переходами постоянными? Алексей, вспомни, когда Ксения приехала. Ты помнишь, что результатом стал выход на улицу 8 тысяч человек? Мы были вместе, я уже из свадьбы вспоминаю, когда мы все вместе, на самом деле, обсуждали какое-то совместное будущее. Ничего страшного, что Ксения наберет, может быть, не очень большой результат покажет на этих выборах. Я прихожу в эту партию. Вот ты же мне доверяешь? У тебя же нет претензий ко мне, как к Гудкову, который был депутатом Госдумы, всегда тебя поддерживает? Нет, к тебе нет претензий. Ну так, хорошо, работай со мной.
Ну, не хочешь с Ксенией работать со мной? Это знаешь, как-то ты работал с партией «Яблоко» и тоже предлагал всем вас поддерживать, но с партией «Яблоко» не получилось. Сейчас ты предлагаешь работать с Ксенией и говоришь там в Астрахани... Нет, со мной работай, не хочешь? Не работай с Ксенией. Вопрос очень простой. В каждой структуре, в твоей структуре, в моей структуре, я не знаю, это может в команде или Яшина, есть люди, которые нам не нравятся. Ну, есть такое. Но, тем не менее, я готов работать со всеми. И я считаю, что даже наш совместный проект с «Яблоком» дал результаты. Давайте Илье дадим высказаться. Депутаты, вот, депутат сидит, власть. Вы как смотрите на этот альянс? Расскажи, как ты выборы организуешь. Благодаря «Яблоку» тебя избрали. То есть с большой политикой вы распрощались, а об альянсе Гудкова и Собчак разговаривать нечего. На самом деле на выборах в Красносельском районе и Дима, и Навальный записывали ролики. Но «Яблоко», кстати, было гирей, потому что «Яблоко» выдвинуло против меня пятерых кандидатов спойлеров. Мы их не поддержали, кстати. Это правда, да. К Диме в этом плане нет никаких претензий. Дима нам помог, Алексей помог и многие другие люди. Но «Яблоко» реально выставляло спойлеров, которые не боролись за победу, которые просто добивались того, чтобы мы не смогли победить в Красносельском районе. То есть задача объединиться теперь против «Яблока», которое не наверное способно? Нет, конечно нет. «Яблоко» нужно игнорировать. Игнорировать, да, вот как мы игнорировали на выборах в Красносельском районе, так и дальше нужно игнорировать. Это вчерашний день. Хорошо, а что делать с новым альянсом? Я, честно говоря, вот когда начинаются разговоры о том, что нужно объединить демократов в очередной раз, я уже, сколько мы, 18 лет я уже... Так, у нас нет звука, у нас проблемы со звуком, мы не слышим Илью. Это я очень символично. Это очень символично. Илья, да, можете когда меня можно будет слышать. Сейчас, да, мы починили звук, вы можете слышно, продолжать. Да. Вот смотрите, 18 лет я занимаюсь политической деятельностью. 18 лет бесконечно происходит объединение демократов. Мне кажется, надо с этим завязывать. Надо объединяться, вот с чем я согласен с Дмитрием, да, объединяться вокруг конкретных проектов, вокруг конкретных избирательных кампаний, вокруг конкретных там кампаний по наблюдению за выбором, спасибо, вокруг давайте, каких-то содержательных вы проектов. Вы верите спасибо, в эти проекты? Давайте дадим закончить. Знаете, я просто на все это смотрю со стороны, причем с очень большого расстояния, вообще в основном из Калифорнии. Вот, с большой часовой разницей. И вот просто сейчас математически вы обсуждаете как бы цифру под названием 6%. Знаете, что такое 6%? Это 100 минус 94. 94 набрали Путин, Грудинин и Жириновский. Вы обсуждаете что-то, я даже этих слов половину не знаю. То есть я знаю «Яблоко», потому что оно появилось когда, там, тогда, когда я там первый раз на выборы, наверное, пошла. Но вы понимаете, вот как бы на это просто невозможно смотреть. Вы понимаете, что вам нужно... И что делать? Ну, нужно вам нужно, вам нужно что-то делать для того, чтобы вот эти 94%, 94% как-то превратились хотя бы в 86% или в 77%. Вы полностью согласны, но вы отвергаете предложение об объединении. Я даже аж заговорился, извините. Предложение об объединении 0,5% с 1,8%. Зачем мне объединяться с Явлинским и Собчак? Алексей, я не сказал, что надо обсуждать объединение. Нужно обсуждать какие-то меры. Ну, спасибо, давайте дадим Дмитрию финальную реплику. Я хотел бы вот что сказать. Не надо объединять демократов. Давайте мы объединимся для реализации конкретных задач. Вот Илья сказал что, правильно. Мы договорились. Вот смотрите. Кто сказал, что к демократам вот Алексею предложение, к Илье предложение. Давайте, например, в 2019 году поможем разным людям в Санкт-Петербурге стать независимыми депутатами. Там разыгрывается 1500 мандатов. Зачем нам объединять там Явлинского или еще с кем-то? Давайте людям поможем избраться. Замечательная идея. Вторая идея. Мосгордума. Давайте поддержим независимых кандидатов. У нас 45 одномандатных округов в Москве. Давайте их выдвинем, все вместе поддержим. Устроим, не знаю, праймериз. То есть свою популярность делегировать этим людям. Это очевидная вещь. Это лежит на поверхности. Ну, конечно, да. Алексей, ну в Москве же не поддержал. В Москве, когда были муниципальные выборы? Да. Ну не поддержал, потому что я с самого начала говорил, что твое сотрудничество с «Яблоко» противоестественное. Да я был против него. Люди, послушай меня, Леша. Люди, которых мы поддерживали, твои сторонники. Они не сторонники даже «Яблока», они пришли, они захотели стать депутатами. Честно, очень хорошо. Вот поэтому я и призываю, не надо их отталкивать. Просто это наши сторонники, твои сторонники, Ильи сторонники. Ну какая разница, от кого они выдвигаются? Просто пока ты еще не ушел, одна небольшая ремарка. Давайте посмотрим реалистично на жизнь. Жизнь говорит нам, что твоя новая партия будет называться партией Ксении Собчак. Нет. Нравится тебе это или не нравится? Ну, не надо говорить, смотри, это не так. Смотри, как съезд комментировали, Дим. Ну все писали, послушайте, партия Ксении Собчак. Потому что она кандидат в президента, а понятно, что фокус и внимание... Она всегда будет известнее, чем ты. Нет,
Ну, ради бога. Ну, потому что, ну так, и поэтому и весь контекст обсуждения вокруг нее будет выместит всех твоих муниципальных депутатов, все твои благие дела, все ты будешь отвечать за то, что Дмитрий не готов был делегировать всю силу партии одному человеку. Потому что то же самое ты говорил про яблоко, но мы избрали 267 человек. И сейчас ваше яблоко и ничего страшного. 1%. Ну, Дим, смотри, сейчас не мое яблоко, более важные вещи. Бывшее твое яблоко получило 1%, твоя нынешняя Собчак получила 1.5%. Вот это важная вещь. Депутатов мы избрали 267. И это та политическая сила, на которой мы можем вместе опираться. Зачем сейчас считать проценты? Ну ты же понимаешь, что это за выбор. Ты хочешь сказать, что результат политика в процентах до президентских выборах – это ерунда. Давайте забудем его, будем игнорировать его. Вы говорите только про муниципальных депутатов. На президентских выборах выиграть невозможно. Вообще невозможно. Да, может быть, Алексей набрал бы больше процентов. А избрать депутатов в Мосгордуму можно. Избрать независимых депутатов в Санкт-Петербурге можно. Даже мы можем объединиться на выборах мэра. Вот тоже вас призываю. Давайте попробуем поучаствовать в выборах мэра. Алексей здесь получил большой процент. Ну, так у каждого из нас есть большая поддержка в Москве. Даже победа в Москве – это сразу перемена во всей стране. Один есть город перемены? Вот один я, Яшин, у нас избрался. Вы чувствуете ли вы реальные какие-то полномочия? Вот сейчас вы участвуете в реальной политике. На том месте, на котором вы сейчас находитесь, насколько широк объем полномочий, вот, например, при проведении выборов? Я могу прощаться и со зрителями. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Прощаемся с Дмитрием Гудком. Я думаю, что этот разговор в любом случае продолжится после выборов. Спасибо. Ну, разумеется, полномочий у местного самоуправления, муниципального уровня власти, конечно, очень мало. Мы довольно подробно об этом с Владимиром Меловым писали в докладе «Путин. Итоги 2018». Это факт. Но даже эти маленькие полномочия можно использовать во благо. И самое главное, даже на таком маленьком муниципальном уровне можно показывать модель того, как может работать другая власть. Да? Ведь мы делаем даже с этими маленькими полномочиями какие-то полезные вещи, показываем пример. Да? Отказались от машины, от привилегии, да, от машины для главы муниципального округа, направили эти деньги на социальное такси. Вот сейчас разместили на сайте госзакупки заказ для того, чтобы арендовать машину, которая будет перевозить инвалидов. Большие деньги? Около 1 000 000 рублей. В месяц? Нет, миллион в год. Миллион в год. Миллион в год. Да. Ну, то есть вот машину, мы берем машину в аренду, которая раньше возила за этот миллион главу муниципального округа, а теперь будет возить инвалидов, там, одиноких матерей там, и так далее. Ну, то есть это такая своеобразная теория малых дел, да? То есть это не совсем малые дела. Это не совсем малые дела. Не совсем, да. Ну вот там мы воюем с жилищником, да? Ну какие же это малые дела? По всей Москве возбуждаются уголовные дела жуликов из жилищника, да, которые годами воровали деньги, сейчас начинают хоть как-то потихонечку двигать, потому что мы вот начали раскручивать этот снежный ком, там, да, извините за каламбур. Ну и так далее. Вы согласны с Дмитрием, вот, что вот эта работа, да, объединение... Можно, извините, я просто закончу мысль. Кандидатов, да, закончу мысль. Она начинается даже на вашем уровне. На нашем уровне она начинается в том смысле, что нас на протяжении многих лет критиковали за то, что мы только критикуем, ничего не можем делать. И благодаря, пусть маленьким полномочиям на муниципальном уровне, мы показываем, как мы можем работать. Да? Даже с такими маленькими полномочиями мы можем работать на благо избирателей, приносить пользу. Но вот подумайте, дорогие избиратели, если полномочий будет больше, да, например, на уровне Московской городской думы, где сейчас очень не хватает нам депутатов, чтобы уже на городском уровне запустить какие-то положительные реформы. Алексей, вот депутатов не хватает. Почему не поддержать вот эту коалицию, да, и начать с вот этих малых выборов, других, не президентских? Я хочу сказать, что все малые дела, они должны быть политическими делами в нашей стране. Почему Яшин избрался и является самым успешным муниципальным депутатом? Потому что он избрался на жесткой антипутинской и антисобянинской риторике, продолжает ее, он требует Собянина уйти в отставку, он подает на него в суд, он требует возбуждения уголовных дел, весь его муниципалитет делает то же самое. Поэтому, неважно, на каком уровне он находится, он ведет политическую войну с этой властью. Поэтому он успешен. И я считаю, что любые дела, любые конструкции, политические объединения, они должны эту цель преследовать. Они должны создавать новую оппозицию. Не считать там 0.5% и 1%. Мы должны через свое отношение к реальному окружающему миру, если хотите, мочить эту власть, и вокруг этого объединять людей, это много процентов. Вот очень давайте спросим, Елизавета, у нас есть возможность посмотреть сейчас из-за океана на то, что происходит в оппозиционной политике в России. Вот кто с вашей точки зрения, да, вот сейчас есть возможность немножко абстрагироваться от этого и смотреть издалека. Кто резонирует больше? Кто смог стать такой новой фигурой в оппозиционной политике за последнее время? Спасибо за вопрос. Я вообще в политике ничего не понимаю. Я разбираюсь главный редактор газеты.
Нет, справедливости ради, сейчас издание о бизнесе. Я основатель издания о бизнесе и старалась всегда заниматься бизнесом. Но что я хочу сказать просто как человек, который на это все смотрит. Ты победил, на самом деле, на этих выборах, помимо Путина, Грудинин. Победила определенная повестка. Ну, человек был никем, его никто не знал. Ну, никем в смысле в публичном пространстве, конечно, он был там кем-то. И несмотря на его заграничные счета, на его противоречивые высказывания, на его сочетание капитализма с любовью к Сталину и так далее. Может быть, это еще было протестное голосование? То есть голосовали те, кто против Путина, но на выборы пришел? Это голосование, на мой взгляд, как бы первое, победила изоляционистская, очевидно, повестка, с одной стороны. Это Путин плюс Грудинин плюс Жириновский. То есть это на самом деле показатель, для того, как бы, который демонстрирует, что существенная часть россиян, подавляющее большинство... Это искусственно сконструировано. Это же специально подобрали кандидата, чтобы итог был именно такой. Но это же задача была администрации продемонстрировать. Но эта повестка, даже если дисконтировать это там, на сколько-то процентов, все равно изоляционистская повестка, очевидно, побеждает. Это главный существенный как бы, итог. Ну, и на это нужно смотреть в перспективе следующих 6 лет. Более того, эта изоляционистская повестка поддерживается очень сильно и извне. То есть она существует не только в России, она существует и за пределами России. И она очень сильно, на самом деле, помогает существующей власти. Власти может, в общем, Америке, и там Англии, Великобритании сказать за это большое-большое спасибо. Вот мы сейчас затронули цифры Грудинина. Есть провласть, да, Путин. Есть всегда большой процент людей, сейчас он может быть больше, может чем-то искусственно больше. Но все равно есть огромный процент людей, которые в России всегда будут голосовать за власть. Но с этим не за Ельцина люди голосовали тогда, когда страна была вообще, надо сказать, в руинах, и люди, так сказать, выходили на рельсы. Там я их видел, я там о том, ездил как репортажи сейчас, писать. Те, кто голосовали за власть, мы сейчас обсудим. Да, у нас есть документальное подтверждение того, как это организовано было. Окей. А Грудинин аккумулировал людей, которые голосовали как бы против, то есть за справедливость. То есть он, с моей точки зрения, просто ассоциируется с людьми про справедливость. Спасибо. А если бы, вот Илья, вернул вас к нашему разговору, если бы Грудинину не было назначено вот это второе место с безопасными там между 10 и 20%, да, он смог бы набрать, как вот по-вашему, как вы наблюдали за его кампанией? Ну, вот выборы были сконструированы таким образом, вот вся вот эта вот матрица выборов, кандидаты были подобраны таким образом, что, ну да, кандидат от КПРФ всегда набирает второе место. Когда это можно сломать? Когда выдвигаются по-настоящему независимые кандидаты? Как, ну, наверное, не очень корректный пример, да, но вот у нас в Красносельском районе, у нас же тоже были кандидаты от КПРФ там, и от всех остальных, да, но они вообще ничего не набрали. Реально конкуренция шла между демократической оппозицией, кандидатами от Солидарности, 10 кандидатов, и десяткой от Единой России. Мы друг с другом конкурировали. Микрокосмос, да? Как модель макрокосмосов когда-то в будущем, да. Я понимаю, что, конечно, это Москва, но конечно, разумеется, Москва, это, разумеется, разумеется, это не модель России. Ну, мы здесь на 70%. То же самое происходит, например, в Иркутске. Мы 70% голосов на Дальнем Востоке. Мандатов получили. Грудинин, здесь. Извини, что перебиваю, да. Грудинин просто стал кандидатом протестного электората. Его мочили, и это люди так считали. Это правильно. В Иркутской области, где Левченко? Да, его же избрали. В Новосибирске коммунистам избрали же, коммунисты Локти избрали мэром. Это, в общем-то, результат Грудинина. А когда стал коммунист протестным, вот выбирать себе протестный электорат, он же всегда был Жириновский, человек, который собирал вот все эти голоса. Его больше всех били, против него велась последовательная кампания, и уже тогда было понятно, что вот все недовольные, которые все-таки пойдут голосовать, да, в основном будут голосовать за Грудинина. То есть вокруг него сознательно негатив, чтобы собрать... Да, помню, был похожий эффект, например, на Сочи выборах, да, когда было тоже много разных кандидатов, был Немцов, с которым воевали там всеми силами, и казалось, он там вообще наберет там меньше 1%. Но за него там проголосовало почти там 20% за вычетом надомного голосования, там получилось около 15%, он занял второе место, вопреки всем прогнозам. Почему Грудинина так мочили, при том, что он против Путина ничего не высказывался, ни разу минимально критически даже не высказывался? Ну, нужен был какой-то образ врага, сконструировали. Я думаю, образ честно врага. Говоря, все было очень плохо, просто он действительно стал набирать популярность. Он действительно стал в какой-то момент, и это показывают какие-то там заметки в СМИ, там, в нормальных СМИ, что он стал набирать популярность, и тогда немедленно его знаете, стали еще, мочить. С Грудининым еще удивительная история, то, что чтобы, он, да, помимо того, что власть там с ним как-то начала воевать, он удивительным образом сам себя топил, да, потому что ну, поначалу кандидат выглядел довольно привлекательно для городского среднего класса, но когда он начал непонятно зачем бесконечно повторять там комплименты в адрес Сталина, причем совершенно неадекватно это зачастую было для той аудитории, которая совершенно точно это бы не высказывала.
восприняла. Но когда вдруг, кстати, YouTube, например, нет, такой же, да, когда он выходил, например, в эфир Дудю, да, там, да, и начинал расхваливать Сталина и настаивал на этой позиции, да, ну, это, мне кажется, просто была ошибка, да, потому что это совершенно точно не та аудитория, где надо расхваливать Сталина. Если бы этих ошибок не было, то, мне кажется, Грудинин мог бы гораздо более... Ну, мы не знаем, сколько он получит, но он мог получить приличный результат. Хорошо, мы сейчас в итоге перешли от раскола оппозиции к теме того, кто сколько набрал и что для этого кандидата это значит. Вот если мы говорим о том... Нет раскола оппозиции, нет никакого... Мне показалось, что между вами был некий спор, будем это так называть. Всегда есть спор о тактике борьбы. И есть, да, разная тактика. Алексей, вы не участвуете в выборах. Меня не пускают на выборы, мою партию не регистрируют. Как мы можем называть это раскол? Дмитрий Гудков солидаризируется с Собчак. И получил 1,3%. Есть разные пути. Будем, называть вещи своими именами. Это даже не путь. Мы измерили этот путь на этих выборах и увидели, что даже в Москве, даже в крупнейших городах результат Собчак нигде не выходит за 5%. То есть мы измерили этот путь, он не работает, поэтому бессмысленно этим заниматься. Вот и все. А можно я вопрос? Да. Как журналист, мне это гораздо комфортнее, чем быть политическим комментатором, которым я на самом деле не являюсь. Мне кажется, что вот Собчак, в принципе, все, что она говорила, это абсолютно как раз не то, чтобы она делала какие-то ошибки. Она как раз в эфире Дудя говорила те вещи, которые как бы аудитория Дудя должна слышать. За права, за ценности, за интеграцию с Западом и так далее и тому подобное. Вот жизнь показала, что эта повестка сегодня имеет 1,5%. Может быть, она имеет 5%. Мне кажется, что доминирующая повестка для России сегодня, люди искренне так думают, мне правда так кажется, это изоляция, самоизоляция. Мы в кольце врагов. Вот что вы в ближайшие 6 лет с этим собираетесь делать? Я с этим совсем не согласен. Не нужно считать просто людей более глупыми, чем они есть. Когда ты говоришь у Дудя, то есть Путин, сидя у любой телекамеры, он тоже говорит очень правильные вещи. Он говорит, что у нас демократическая страна, что у нас честные суды, и говорит набор каких-то вещей, с которыми даже я соглашусь, ну, чаще всего. Но он врет. И точно так же по Собчак людям было понятно, что она просто врет. Она не занимается политикой, ее попросили участвовать в этих выборах с определенной целью, и за нее не стали голосовать. Когда я ездил по стране, я говорил другие вещи. Ну просто из моей биографии, из того, что происходит вокруг наших штабов, из там, противостояния с властью, люди понимали, что это правда, они поддерживали. Я шел на выборы мэра Москвы. Здесь, между прочим, коммунисты-то все проголосовали за меня. И вот эти 30%, которые я получил, почти 30%, это голоса, причем старшего поколения, они не достались коммунистам. Просто нужно честно говорить людям о политике. И нужно говорить о многих реальных проблемах, как это там бедность, расслоение, приватизацию. Ну, когда проблема изоляционизма, я тоже, в общем-то, в каком-то смысле выступал за изоляционизм, когда я говорил, что не нужно кормить всякие страны. Это то есть, другими словами, ну, и правильно, да, те люди, которые нам показывают, что есть такой тренд настроения в обществе, в общем, с этим это нужно использовать, это другая повестка. Но... Это мы выбрали себе врага соответствующего размера. Я просто хочу сказать, стали такими же большими, как в крупных городах прямо сейчас люди понимают все, что происходит. С этим связано, в общем-то, относительный успех нашей забастовки, потому что, смотрите, какими мерами они тянули людей на выборы, и, в общем-то, они никаких 70% не дотянули. Давайте дадим слово Илье, потому что мы хотим перейти на другую тему. Важная подняла тему, Елизавета. Я прям вот честно вам скажу, да, мне ужасно некомфортно, когда начинается обсуждение Ксении, когда там какие-то резкие выпады в ее адрес, потому что она все-таки не чужой мне человек, меня с ней много связывает, и я реально хорошо к ней по-человечески отношусь, но истина дороже. Ну, она, она сама приходила сюда и сказала все, что хотела прямо здесь. Мы разговаривали с ней накануне ее официального выдвижения, она советовала со мной, спрашивала мое мнение, и я отговаривал ее, я говорил, что не надо в это ввязываться, и один из главных аргументов был в том, что она прекратила заниматься политикой и не занималась политикой на протяжении 5 лет. В 2013 году, после нашего совместного с Алексеем участия и с ней совместного участия в Координационном совете оппозиции, она прекратила заниматься политикой. Ушла в частную жизнь, ушла в бизнес, в журналистику, полностью прекратила заниматься политикой. И накануне президентских выборов, сразу после снятия Навального с выборов, да, она неожиданно выскочила, выдвинулась в президенты, и она говорила, я буду говорить все те вещи, которые вы декларируете, за которые вы боретесь. То есть она последовательно выступает в этой позиции. Понимаете, в чем проблема? Нельзя людей убедить, да, что вот ты не занимался политикой, а потом вдруг неожиданно выскочил, да,
И вот просто будешь декларировать эти вещи, за тебя кто-то проголосует. Чтобы люди тебе верили, да, нужно делать это всерьез. Нужно не играть в политику, а нужно всерьез, последовательно, каждый день этим заниматься на протяжении многих лет, да, тогда шаг за шагом. Его поведение напоминает случай Прохорова в 2012 году, кандидат в этом, мне кажется, проблема. Да, легковесность. Люди воспринимают, ну, Прохоров по Москве 20% набрал, извините. Да? Да. Поэтому здесь как совсем другая история. Да? Ее слова воспринимались очень легковесно, в первую очередь, как мне кажется, потому что на протяжении 5 лет, да, она абсолютно выпала из этого политического процесса. Вот если бы она все эти 5 лет, да, ходила на митинги, участвовала в выборах, там, занималась антикоррупционными расследованиями, конечно, у нее был бы совсем другой вес, да, и, наверное, был бы совсем другой результат. Илья, извините, но я просто не могу эту тему не поднять. Но для меня 100% ее результат не такой, как у Прохорова, еще потому, что она женщина, а Прохоров мужчина. Это абсолютно... Россия, к сожалению, начав с совершенно других позиций... Извините, они вифинские. Ну, Явлинский не занимает. Ну, при чем тут? Явлинский очень старый бренд. Я не соглашусь с тобой, Елизавета. Я считаю, что если бы она боролась на больших выборах, если бы она боролась за 50%, возможно, такой все-таки российский настрой, такой странноватый консерватизм, ей повредило бы то, что она женщина. Но когда человек борется за 5,7%, наоборот, это скорее добавляет. Ну, конечно, она единственная женщина, там, мужики там какие-то там, да, кто-то кричит на нее, там, ругается. Мне кажется, наоборот, просто то, что она одна женщина, которая обижает... Скорее, нет, должно нет было привлечь симпатии. Мне так кажется. Наверное, правы были тогда те, кто обеспечил ее, ну, легитимизацию в качестве кандидата, да, те кураторы, да, этих выборов, которые именно с этим расчетом, видимо, то, о чем вы говорите, женщина много не соберет в России. Ну, хотя изначально в Советском там, Союзе, в Советской России, постсоветской России доля женщин была очень большой во всем, да, в производстве, даже в каком-то управлении, даже где-то во власти. Есть эта прекрасная графика CNN, которая сравнивает долю женщин в Америке и в России, и у России на самом деле лидерство в этом смысле. Но центральная избирательная комиссия женщин избавляет, но в последние годы Россия сильно повернулась, на самом деле, в такое достаточно, к моему, как бы, неудовольствию большому, повернулась в достаточно сексистскую сторону. Это было видно по этим дебатам, которые я иногда наблюдал, но это был просто кошмар. Ну, это правда, да. О том, как это все влияет на картину будущего, мы еще вернемся к этому разговору. Я бы хотел сейчас подключить к нашему разговору Ивана Жданова. Это юрист и руководитель проекта наблюдения от штаба Алексея Навального. Добрый вечер. К вам сходилась вся информация по всей стране о том, что происходит на всех избирательных участках. Вот какие... Для начала давайте расскажем телезрителям, еще раз напомним, сколько у вас наблюдателей было организовано по всей стране. У нас было более 33 тысяч наблюдателей. Это разные виды наблюдателей. Совершенно это в том числе наблюдатели, которые были за рубежом даже, просто смотрели видеотрансляцию и следили за явкой. И какая явка, насколько она отличается, те цифры, которые показывают ваши наблюдатели, от официальных? Я сегодня целый день за статистику отвечаю, веду пресс-брифинги. Вот резюмируем. На самом деле общая явка у нас в начале... Утром в первой половине дня получалась такая ситуация, что наша явка, показатели, они выше, чем у Центральной избирательной комиссии. Почему? Потому что подключались регионы, ЦИК дает явку раз в 3 часа, 12 часов, 15 часов. Они действовали менее оперативно, считали. А мы действуем каждые полчаса. Вот мы собираем каждые полчаса и каждые 2 часа выдавали. И у нас происходит ситуация, что мы даем явку больше, чем дает Центральная избирательная комиссия. Вот в 10 утра наша явка дает 16%, явка Центральной избирательной комиссии 9,7%. Они сравнялись потом под конец дня, вот сейчас по цифрам, которые последние? Они догоняли друг друга, и в 16 часов они сравнялись. 48% дала Центральная избирательная комиссия, и 48% дали мы. И в 18 часов уже дает ЦИК 59,9%, а в 20 часов наша итоговая явка составляет 55%. То есть по последним цифрам наша явка была ниже. Ну, это цифра оперативная, это цифра вот... прямо от наблюдателей. Не знаю, как там Центральная избирательная комиссия. То есть 55 против почти 60%. Итоговая цифра нашего штаба наблюдателей. 33 214 наблюдателей. А с чем вы столкнулись, Иван? Расскажите, а
вот ваши наблюдатели, сталкивались ли они, если да, то с какими нарушениями в процессе голосования, какие можно выделить как наиболее распространенные, потому что я знаю, что вопреки словам ЦИКа, я давайте сейчас их приведу, чтобы у нас было мнение второй стороны, за ходом голосования по данным ЦИК по всей стране следят 1500 международных наблюдателей, и голосование происходит на высочайшем уровне открытости и прозрачности. Видны даже малейшие нарушения, говорил об этом зампред Центризбиркома Николай Булаев. Ну, естественно, добавил, что ни в одной стране мира такой открытости, как у нас, нет. Есть ли? А про крупные нарушения он ничего не сказал, потому что видны не только малейшие, но и прямо факты вброса, вот как подходят и пачками бюллетени закидывают в урну. Про это он ничего не сказал, про то, как подвозят. Вот я прямо с самого утра вижу, лента бежит. Эти выборы просто характеризовались подвозом. Вот под каждый участок разные организации. Они придумали, вот у нас сейчас есть видео, которое мы можем показать зрителям о том, как это происходило. Угу. Посмотреть нарезку без звука и продолжить. Мы можем посмотреть, можем ли мы ее без звука посмотреть, чтобы продолжить обсуждать с Иваном нарушения, которые были. Да, смотрим нарезку. Иван продолжает комментировать. Итак, это продолжились та же практика вбросов, которая была знакома по предыдущему. Это вбросы, очень убыстренное видео. Видно все отлично, как выбрасывает прям толстые пачки. Она не лезет, но он пытается ее туда запихнуть. То же самое. Слушайте, а вот эти толстые щели, у всех был такой чисто бытовой вопрос. Для чего они позволяют вообще туда запихнуть большое количество бумаги? Ровно потому, что есть голосование подкрепительным, есть голосование на дому, да, и там надо пачки есть вставить. Есть прямо ГОСТ, на самом деле, по этой щели. Он не такой толстый иногда. Вот если совсем толстую пачку вставляют, то она не пролезает. Вот товарищ подумал, подошел к другой урне. Мы в эфире это обсуждали днем. Вот меня больше всего поражает, конечно, какой-то демонстративный идиотизм. Зачем это делать под камеру? Под камеру, понимаете? А вот здесь попытался препятствовать наблюдателю. Берет пачку бюллетеней из стола и несет, вбрасывает в прозрачную урну. При этом это же какой-то просто демонстративный, вызывающий идиотизм. Они совершают преступление. Это самое настоящее преступление, предусмотрено Уголовным кодексом. И под камеру они все это делают. Понятно, почему они это делают. Идиотизм не идиотизм, но если бы они вот этого не делали, то сейчас бы мы обсуждали, что явка в стране ниже, чем в прошлый раз. Mm-hmm. Даже с учетом того, что они снизили общее количество избирателей, и получилось, что забастовка избирателей, я считаю, что и так в целом прошла успешно. Так она вообще завершилась победно, потому что уровень голосования меньше, чем в прошлый раз, несмотря на то, что всю страну заставляли. Вот что меня больше всего удручает во всей этой ситуации? Понятно, что да, представители Центральной избирательной комиссии, разумеется, да, это их работа, говорят о том, что все прошло без нарушений, все замечательно, все хорошо. Но вот меня, откровенно говоря, вот опять же, да, возвращаясь к этой теме, поразило то, что сказала Ксения, когда выходила с избирательного участка. Она сказала, ну да, действительно, есть там ролики, действительно, там есть какие-то нарушения, но мы же не знаем, фейки это или не фейки. Да, мы она сказала, что да, по ее мнению, выборы стали более прозрачными. И, ну, вот как откровенно говоря, мне кажется, что вообще вся история с регистрацией Ксении на выборах была задумана исключительно ради этих слов. Потому что раньше хотя бы... То есть это был такой доверенный наблюдатель. Понимаете, да, выборы, на итоги процесс выборов, да, так называемых, надо легитимизировать. Когда их легитимизирует и признает глава избирательной комиссии, это один уровень легитимизации. Но когда об этом говорит вроде как самый оппозиционный кандидат, говорит, что я получил низкий результат, потому что Навальный меня не поддержал. Я здесь не могу не спросить про слова Алексея Навального, которые он сказал чуть раньше в этом эфире. Очень печально, что Ксению в эту историю втянули. Ксения говорила о том, что она получила большое финансирование для того, чтобы пойти на выборы. Вы спросили ее об этом, она ответ, насколько я помню, она ушла от ответа на этот вопрос. Можем ли мы судить о том, от кого было получено финансирование? От бизнеса или от кого-то еще? Декларируется, что самый крупный ее спонсор, а вот Елизавета, наверное, хорошо знает этот вопрос, этот как вот этот вот чувак Александр Федотов. Нет, Федотов это небольшой Адонев. Спонсор, Адонев, который из Ростехнологий фактически, правильно? Он же, его компания, это дочернее предприятие Ростехнологий. Один создатель Йота. Но интересно, что вот Ксения говорит, что у меня все абсолютно финансы прозрачные, но мы видим ее финансирование. Это партия дала все деньги. Слушайте, а что там внутреннее лежит, я не знаю. Алексей, у меня нет информации о том, чтобы судить о том, правы вы что, или права она. То есть, объективно говоря, здесь сейчас за столом сидят люди, которые Ксению не поддерживают, и за нее
некому просто заступиться. Я в этом смысле должна просто... Я должна просто заниматься, потому что вариантов просто других нет. Но это не, ну, как бы не справедливо. Ладно, хорошо. Давайте вернемся. Давайте вернемся. 97 миллионов и 78 миллионов перевела партия. Это первый финансовый отчет. Потому что второй финансовый отчет итоговый. Они сдают после выборов. 19 миллионов были переведены лично ей. Пожертвования физических лиц 373 тысячи рублей. Ну, это традиционные прокладки, которые, ну, как-то финансируются. Она дальше говорит, дальше Федотов, Расковалова и Адонев. Вот основные спонсоры. Но то, что мы видим по первому финансовому отчету, это только кандидаты партии. На самом деле, наплевать, какая разница, собрала на эти деньги. Просто я говорю о том, что были довольно большое финансирование. Но оно было, ну то есть это же... Хорошо, Адонев имеет право? Имеет. Да, здесь нет ничего такого. Да, собственно, я и пытался сделать. Проблема не в этом. Мы не говорим не о коррупции, мы говорим о том, что в целом это была довольно большая, довольно дорогая компания, которая завершилась пшиком полным. Ну, Алексей, вас же тоже люди поддерживают, добровольно дают вам, вас тоже как бы... Я отвечаю на вопрос. Вот на канале сейчас 61 тысяча из них. Есть разница. Ну, Адонев представитель, извините, крупного бизнеса. И никаких санкций за то, что он финансирует компанию Собчак, как мы понимаем, нет. К нему не приходят с обыском, у него не отбирают бизнес. А вспомните, что происходило с людьми, которые выделяли микропожертвования на компанию Навального в мэра Москвы. Пришли, извините, ко всем, вот каждому человеку. Сколько там было человек? Много тысяч. Несколько сот человек. Ну, этот факт, вот этот факт безопасности этих людей... Пришли сотрудники полиции, каждому. Что касается, да? Ксении, это подтверждает ваш тезис о том, что это такой фактор легитимизации получается. Вот эти деньги, они были вложены в то, чтобы легитимизировать выборы. Ну, получается, что так. Давайте продолжим обсуждать цифры. Вот есть разница между... Есть разница в 5%, да, между официальными цифрами и цифрами, которые получили вы. Эти 5%, они объясняются вот этими фактами вбросов, которые мы видели сейчас на видео? Это объясняется и фактором вброса. Но вброс – это только одно нарушение, которое меня беспокоило целый день гораздо больше, то, что наших наблюдателей не допускают на участке. Потому что за этим может прикрываться прям любое нарушение. Вот не допустили наблюдателя, а там протокол уже переписали, вбросили какое угодно количество бюллетеней. Вот это больше всего беспокоило. Главное, что они могли закрыть на это глаза благодаря отсутствию наблюдателей. И даже сильно осложнить наш просто подсчет явки. Конечно. У нас есть по этому поводу видео из Кемерово, которое, Кемеровская область стала сегодня мемом вообще, да, насколько я понимаю, традиционно там Иван Тулеев, губернатор, гарантирует высокую явку любыми способами. И сегодня приходили жалобы от наблюдателей, в том числе от наблюдателей штаба Навального, относительно того, как председатели избирательных комиссий на местах пытаются избавиться от наблюдателей. Можем ли мы сейчас посмотреть мнение одного из свидетелей, это руководитель наблюдательного штаба в Кемерово Ксения Пахомова, которая говорила о тех нарушениях, которые были допущены в отношении наблюдателей. Можем дать ее сейчас картинку? 16 марта Георгий Явлинский отозвал доверенное лицо, которое подписывало направление на наблюдение для нашего штаба. Соответственно, сегодня с утра участковые комиссии все как одна решили не пускать наших наблюдателей. Многим все-таки удалось зарегистрироваться как наблюдателям, но также очень большое количество людей удалили с участков. Мы выдали им новые направления от Ксении Собчак. И тогда, буквально за 15 минут до того, как участки закроются и начнется подсчет голосов, наших наблюдателей стали удалять с участков с полицией по решению участковой избирательной комиссии. Я думаю, что ни у кого не остается никаких сомнений по поводу честности кандидатов Явлинского и Собчак и их приверженности демократическим ценностям. Ну и зрители... Значит, вот Ксения Пахомова, руководитель наблюдательного штаба в Кемерово, говорила о том, что Явлинский сначала дал некие, да, бумаги, которые нужны наблюдателям, чтобы находиться, а потом их отозвал. Вот это что за практика такая? Вот это ну, нож просто в спину, на самом деле. Я не понимаю... Эрдоган для Путина. Ну, Эрдоган для Путина, потому что одно дело, вы сразу сказали, мы не даем вам направление ни под каким условием. Окей, мы ищем другие варианты, какие-то придумаем, общаемся с другими силами политическими. Но когда наблюдателям уже нужно идти на избирательный участок, когда они приходят и тут выясняется, что их доверенное лицо аннулировали,
Это просто какая-то подстава, которая раздражает. И даже при этом, даже при всем... Они сами объясняли, вот те люди, которые сейчас дали... Важную вещь хочу договорить, что наш штаб показывает 56% явку. И даже Центральная избирательная комиссия дает 75% явки по Кемеровской области. Предыдущие выборы это было 90%, мы помним. То есть даже вот такое вот вмешательство наших наблюдателей, попытка проконтролировать, она дала свой эффект даже по версии Центральной избирательной комиссии. Спасибо. А что касается самих вот этих, Явлинского, там Собчак отзывала вот эти вот рекомендации для это очень, своих референтов. Это очень интересная история. Вот как объясняют? Это как это было? Смотрите, мы приходим в четверг, у нас встреча с Панфиловой, и мы ей передаем протокол осмотра протокола, когда в штаб Ксении Пахомовой приходили как раз сотрудники полиции. И там прямо написано «Альшевич, 308 направлений на наблюдение». После этого, буквально через какое-то время, на следующий день, Явлинский заявляет, мы отзываем Альшевича, потому что эти направления изъяты из штаба в Кемеровской области. Какая в этом логика? Он прекрасно понимает, ну, мне кажется, он должен был понимать, ему должны были сказать, что есть еще направления от Альшевича в Кемеровской области. Зачем их отзывать, когда, ну, когда штабы ими пользуются до сих пор? Ну вот прям как будто специально сделано. Иван, а если, даже после этой если истории... сейчас такое объемное нарушение, о котором вы говорите, почему нет вот этой волны обсуждения там в СМИ и в соцсетях, как была, вот мы помним, после думских выборов 2011 года? У меня соцсеточки кипят. У меня прямо вот... Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. В 2011 году было за что бороться. Мы боролись за то, чтобы Единая Россия не получила своего большинства. И мы были все в бешенстве, когда они вбросили в последние часы, потому что было понятно, что мы побеждаем. Мы с помощью нашей кампании сделали так, что Единая Россия получит меньше 50%. А потом они в Москве в последние часы устроили фальсификации. А сейчас что обсуждать-то? Все знали же, что будет 74% у Путина, что будет в районе 10, ну там 14,5% у Грудинина, что Жирик в районе 7 болтается, а все остальные на уровне погрешности. И, в общем-то, это особенно никому хорошо, не интересно. Хорошо, зачем тогда такая волна наблюдателей? А зачем тогда, первое, волна наблюдателей, второе, слова о том, что Собчак легитимизирует выборы? Ну что, без того, чтобы она присутствовала на этих выборах, они были бы нелегитимны? А просто у них, во-первых, не очень хорошо получилось, а большое количество наблюдателей, я понимаю, почему. Потому что в Чечне сейчас на участках с наблюдателями мы показали, 40, 50, 60%, а всегда было 99%. И если будет на соседних участках 99%, а на наших участках будет 40-50%, это грандиозная победа. И то же самое, если бы не было бы наблюдателей, они бы сейчас показали бы явку не 59%, ну то есть фальсифицировав на 5%, явка была бы сейчас 80%. И, соответственно, процент голосов за Путина еще больше, и они все праздновали свою победу. Даже не важно процент голосов за Путина, они бы говорили, что вся Россия признала эти выборы. Да и так будут говорить, Алексей, что вся Россия признала эти выборы. Да в чем вообще, вот как вы себе объясните, а в чем вот эта принципиальная разница повысить процент вот этой явки, почему принципиально важно? Вся Россия знает две вещи. Вернее, одна половина России знает, что были фальсификации, а другая половина России, которую заставили прийти на эти выборы, они знают, что мы работники почты и нас заставили. А мы работники Ростеха и нас заставили прийти на выборы. Принципиально другое количество людей вовлечено в это во все. Вот сейчас мы попробуем дозвониться до наших до координаторов наблюдательных штабов в Чечне. Есть ли у нас сейчас связь, спрашиваю я в аппаратной, можем ли мы обратиться к Илье Пахомову, который координатор дикой дивизии, так в наблюдательном штабе Навального называют те, там больше 50 наблюдателей, которые отправились наблюдать за тем, как происходят выборы в Чечне и Дагестане. Илья с нами на связи. Илья, расскажите о том, Илья готовится выйти на связь со студией. Илья, вы слышите нас? Да, я вас слышу. Илья, добрый вечер. Что вы видели, как... Вот по результатам сегодняшнего дня, сегодня выборы закончились, насколько изменилась явка в Чечне и Дагестане по сравнению с выборами в прошлом политическом сезоне, когда Республика Кавказа, там, в частности Чечня, была рекордсменом по явке и по проценту голосов, отданных за кандидат номер один. Да, здравствуйте. Ну, смотрите, здравствуйте. Там, где стояли наши наблюдатели. Вот я сейчас прямо вижу протоколы, и там, где были наши наблюдатели, у нас явка от 60 до 65%. На соседних участках в этой же школе явка больше 90%. То есть это отлично показывает, как явка изменяется, если на участке есть хотя бы один наблюдатель.
То есть наблюдатели просто физически не могли охватить все избирательные участки на территории республики, да? И ваша задача фактически была в том, чтобы вот показать эту разницу очень наглядно. Да, ну смотрите, мы отправили в Чечню 53 наблюдателя. Это подготовленные наблюдатели, которые прошли обучение в нашем штабе. Они знали все законы, и они наблюдали именно на самых крупных участках. И этим самым мы показывали, что как различается явка, где есть наблюдатели и где нет наблюдателей. Илья, скажите, насколько было велико давление на наблюдателей? Были ли попытки на неких вот избирательных участках, где ваши наблюдатели присутствовали, избавиться от них? Да, такая ситуация произошла в Владикавказе. Всех наших наблюдателей удалили с участков. Троих из них отвезли в ОВД. Но наши юристы сработали очень оперативно, и все они уже на свободе. Но это было достаточно сложное испытание, потому что в Владикавказе первая половина дня, как и во всех остальных республиках, прошла очень спокойно, явка была достаточно низкая. После этого они поняли, что им это не подходит, и наблюдатели стали удалять. В Чечне было то же самое. Первая половина дня явка находится на уровне всероссийской. И после этого начинаются массовые подвозы, какие-то непонятные люди приходят по два раза и голосуют. Илья, что менялось наблюдателям? Вот тех, которые были выгнаны с участков и увезены в ОВД, что они нарушили? То есть там были какие-то провокации, да, которые, чтобы нарисовать им нарушения какие-то? Или по каким поводам их удаляли? У них сегодня в обед отозвали направления, которые у них были от КПРФ. И трем людям говорили о том, что они подделали эти документы от коммунистов, и на них будут выписывать протокол, и даже угрожали уголовным делом в какой-то момент, но все обошлось, и их просто отпустили даже без протокола. Спасибо, Илья. С нами на связи был Илья Пахомов, координатор дикой дивизии от наблюдателей, которые высадились в Республике Кавказ, чтобы наблюдать за тем, как организован процесс выборов там. А тем временем к нашей беседе присоединился еще один гость. Я рад приветствовать в студии Аркадия Островского. Добрый вечер. Добрый вечер. Аркадий прилетел из Лондона, где он возглавляет Московское бюро. Нет, лондонского я издания, не возглавляю Московское бюро. Где он находился во время выборов. А возглавляет он Московское бюро? Нет, я не возглавляю. Я отвечаю за Россию. Издания The Economist. Да, я отвечаю за Россию. Я редактор по России и бывшему Советскому Союзу. Ну, я так понимаю, часть выборов вы стали в полете. В полете, да. Но вот приземлившись, ваше некое резюме, что вы увидели, что эти выборы для вас значит? То есть я вот здесь, на самом деле, довольно много времени провожу и за этим всем слежу постоянно. Мне кажется, что есть принципиальная разница между тем, что происходило в 2012 году и что происходит сейчас. В чем она состоит? В частности, в отношении участия или неучастия Алексея Навального. Разница заключается в следующем. В 2011-2012 году еще была возможность участвовать для Алексея Навального на самом деле в политике, которая была единым полем. Что я имею в виду? Выборы, фальсифицированные, не фальсифицированные, было некое легитимное политическое поле. Можно было сказать, что никто не голосует за эту партию, все голосуют за другие. Но на самом деле, говоря это, Алексей говорил, что мы участвуем в этом процессе, который называется политикой и в который входят эти выборы. Значит, то, что произошло сейчас, мне кажется, это разделение двух процессов. Есть один процесс, который называется политикой, так как ее понимает Кремль. Он включает в себя эти выборы, он включает в себя депутатов так называемой оппозиции, Собчак и так далее. Это один процесс. Есть другой процесс. Большой политический процесс, который идет независимо от этих выборов. Потому что выборы стали ритуалом. То же самое происходило на самом деле в конце советской эпохи. В Советском Союзе тоже были выборы. То есть реальная политика разделилась Там были тоже выборы, только они никакого отношения к политике не имели. А политика при этом происходила, потому что жизнь остановить нельзя. И поскольку все ритуализировалось в Советском Союзе, то главные смыслы создавались за пределами этого ритуала. Что произошло на этих выборах, мне кажется, очень важная вещь. За пределы вот этой этого очерченного Кремлем круга, который он назвал политикой, вышел важный российский политик Алексей Навальный.
и сказала, что теперь дебаты будут не внутри этого круга, а между тем, что они назвали выборами, и там мной, моими, там, да, теми, кто меня поддерживает. Очень интересно, на самом деле, я не знаю, понимает ли это Алексей, понимает ли это Ксения Собчак, что я как раз прилетел в этот момент, поэтому я это все увидел, застал в конце, что главные дебаты, вот настоящие дебаты политические, вот, начались были здесь, в этой студии, вот сколько часов назад. Потому что это, ну, как бы, да, с точки зрения там Кремля, официальной повестки, хорошо, это смешно. А что значит там это есть, для дальнейшего есть, развития сейчас, политики в стране? Там есть кандидат, который набрал, сколько процентов набрала Ксения Собчак? 1,4. И есть кандидат, которого вообще не зарегистрировали. Но при этом дебаты по политической повестке происходят между зрителями и двумя людьми. Они привлекают гигантское количество внимания. Да, и это и есть, потому что это про повестку и того, что на самом деле происходит в политике. Аркадий и Алексей, у меня все-таки к вам принципиальный вопрос. Ксения, на самом деле, Алексей, пытается втянуть, как бы всосать его обратно. Давай ты будешь все-таки участвовать в выборах. По сути-то она это предлагает. Давай мы как-то там легитимизируем, и ты там как-то растворишься и будешь в этом участвовать. Но по международному опыту судя и по советскому опыту судя, все-таки политика делается так или иначе на выборах. Политики выигрывают выборы. В Пакистане, в Индии, в Бангладеш, в Индонезии. Политики должны выиграть выборы. В Советском Союзе тоже выиграли выборы в конечном счете. Не было уже, когда уже открылась политика, никаких выборов не было. Смотри, мне кажется, что я совершенно не сравниваю ни Собчак, ни Навального с теми, внимание, кого я сейчас упомяну. Все-таки надо ли политику участвовать мне в выборах? Мне кажется, что вообще, честно говоря, вот Собчак и Навальный, извините, что, Леша, извини, что я о тебе в третьем лице, сейчас на самом деле в одном и том же процессе. Они, разница между ними, она примерно такая же, в смысле как бы будущего и повестки, которая была между Горбачевым и Ельциным, не сравнивая ни Навального с Ельциным, ни Собчак с Горбачевым. Потому что в 87 году Борис Николаевич Ельцин вышел из этой системы, сказали, все, вот настоящая политика за пределами того, что происходит внутри ЦК Коммунистической партии. Но на самом деле, и они там друг друга, как ты помнишь, да, как все помните, они сталкивались выборы. И так далее. Он выигрывал выборы гораздо позже. Он, когда они начались, он их начал выигрывать. В 87 году никаких выборов не было, Лиз. Поэтому на самом деле то, что произошло, да, есть принципиальная разница. Они, по-моему, идут абсолютно в одном фарватере, потому что это про будущее. Это про то, какой будет Россия. Это как бы борьба между левыми и правыми. Борьба между прошлым и будущим, на самом деле. Они идут абсолютно в одном направлении. Дальше вопрос, как они будут менять эту систему. Что предлагает Собчак, которая абсолютно, я считаю, имеет легитимное право участвовать в этих выборах. У нее есть свое видение, что эта система настолько консолидирована, что настолько ресурсы все сконцентрированы у этих людей, что только можно изнутри туда войти и начинать расширять изнутри. Навальный считает очевидно, что можно только снаружи. Но это тот же самый дебат, который происходил между диссидентами и теми, кто оставался в системе 60-никами. Они с двух сторон раскачивали эту одну и ту же систему. Интересный вопрос, почему вот эти дебаты, их пик приходится на несколько часов назад, на 7 часов вечера, в день выборов президента. Ксения приходит сюда, в студию, и Алексею предлагает некий союз. Вот у Алексея какая точка зрения? Почему это происходит сегодня, а не там месяц назад? Очень понятно. Никакие дебаты не планировались. Это случайная вещь, которая произошла. А Россия, Россия так устроена за последние 20 лет, что всегда есть какие-то либеральные кандидаты, которые на каждых выборах. У нас 5% барьер. Последний раз либеральные партии проходили в 1999 году были парламентские выборы, когда они прошли 5% барьер. С того момента есть стандартная схема. Идут люди, получают свои 2% и объявляют о создании партии. Эта партия, это делал Хакамада, это делал Прохоров, который, впрочем, немножко больше прожил. Это делают все всегда. И поэтому... Это способ выйти относительно прилично из вот этого очень унижающего процента. Ты проиграл выбор, ты все равно своим сторонникам говоришь, нас много, нас там 1 000 000 человек или 200 000 человек. Мы достигли других целей, мы обеспечили прозрачность. Я не согласен с Навальным. Совершенно почему? Не согласен с Навальным. Она, знаете, почему сюда приехала? Почему она сюда приехала? Потому что она политик. И он политик. Потому что Ксения Собчак, не хуже Алексея Навального, понимает, что реальный политический процесс идет здесь, между ней, ним и так далее.
Потому что она политик. Если хорошо, бы вот она была, в том, почему если встречи, бы она была просто, союза, Леш, если бы она была вот они начались там, осенью, типа, и закончили сейчас, то типа политик, она бы сюда не приехала. И то, что она приехала, это на самом деле свидетельство того, что она политик. У нее это своя тактика, но она понимает, что дебатировать нужно не с Явлинским, не с Жириновским, не с Грудининым. Дебатировать надо с тем, кто представляет политический вес. Зачем ей объединяться с Явлинским, который набрал не меньше надо, поэтому ее... она с ними не объявляет. Но... Слово Аркадия вообще следует, что ее поведение это блеф просто. У меня нет, вопрос. Не блеф, почему наоборот? Я считаю, что просто возникло, ну, я считаю, что там, надеюсь, Собчак это политик. Я думаю, что останется в политике. И я думаю, что это будет, поняв, поскольку она политик, а участвует не просто в спектакле, потому что, знаете, я вот театральный критик по образованию, спектакли, они так устроены. Да можно все написать, сценарий, там пьесу. Ну, в общем, вы а по потом, профессии сейчас выступаете. А потом случае. Вдруг выясняется, что как-то вот спектакль идет совсем не так, что актеры как-то по-другому начинают играть, они вдруг вживаются в роль у человека, появляются какие-то реальные эмоции. Я думаю, что Собчак приехал сюда, потому что она понимает, что есть реальная политика, и она не на этих выборах. Либо она понимает, где есть реальная аудитория. Алексей. Вот здесь три журналиста сидят. Объясните мне, пожалуйста, почему, даже не то, что сейчас, а мы без конца обсуждаем Явлинского и Собчак. Вот да, почему? На самом деле, я имею в виду вообще медиа, они так устроены, что вот все эти выборы без конца обсуждался, а что там делать Явлинский, а что Титов иногда, в основном Явлинский и Собчак. Я, извините за такое клише, объехав всю страну, выступив на куче встреч, я вообще про них никогда не слышал даже вопросов. Одна из самых досадных вещей, которая происходит в российской политике, что мы без конца обсуждаем взаимодействие вот этого маленького, да я даже не назовешь либеральное гетто, это псевдолиберальное гетто. Огромная страна, огромное количество людей готовы выступить против власти. Они хотят нормальной оппозиции. Наша задача создать ее, а не объединять то, что само себя загоняет вот в какие-то карикатурные формы. Объясните мне, почему дискурс обсуждения все время хорошо? Я вообще с ним ушел, потому что ты говоришь о том, что обсуждается. Потому что мне кажется, что есть повестка, которую понимаешь и ты, которую понимает Ксения Собчак. Это повестка про трансформацию страны, про создание институтов, про национальное государство, про что угодно. И есть две разных абсолютно позиции. Они важны, они существенно важны, потому что есть позиция Навального, которая заключается в том, что все, вот мы наблюдали всю эту, на самом деле, историю с 91 года, и мы понимаем, что нужно ломать, что нужно создавать реальные права собственности, что нужно люстрацию, что нужно... То есть это такой, что мы сейчас, это, так сказать, нужно начинать, на самом деле, почти что с чистого листа. И ты апеллируешь, на самом деле, как бы к тем, кто не входил в элиту. Да. Те, кто не получил из этого пирога ничего. Есть Собчак, который говорит, стоп, я элита, я апеллирую к элите. И моя разница с Навальным это в том, что Навальный для вас, на самом деле, представляет угрозу, что правда. Потому что он придет и устроит люстрацию, и все это закончится. Я предлагаю более мягкий вариант, что я сейчас, давайте мы, у нас будут настоящие суды независимые, люстрацию мы устраивать не будем. И таким образом все равно меняться страна будет в этом же направлении, но вам гораздо безопаснее со мной. Просто она апеллирует к элите, у того, у кого есть эти ресурсы, у того есть деньги, кто получил от этого пирога. Ты апеллируешь тем, кто не получил, кто за пределами этой элиты. Я с этим согласен. Как раз хочу Лизе возразить, потому что выборы — это совсем не водораздел. Водораздел — вот это. Есть ряд политик, не только политиков, не только Собчак. Они говорят об интересах, в широком смысле слова. Не обязательно в финансах, а вообще о мыслях там, истеблишмента, 3% населения, элиты в широком смысле слова. Мы стараемся апеллировать к большинству и говорим об интересах большинства. И мы при этом хотим участвовать в выборах и готовы побеждать на этих выборах. Но вот здесь получается ключевая вещь. Есть некое мнение элит, которое говорит, ну хорошо, хотите участвовать в выборах, ну вы обобщенные Навальные, да, мы вам даем два лейбла. Лейбл «Яблоко», лейбл «Собчак». Вы можете объединиться, только участвовать в выборах в рамках этого лейбла. Пусть вашим лицом будет Ксения Собчак или Григорий Алексеевич Явлинский, и тогда идите с нами боритесь. А мы отвечаем, нет, нас это не устраивает. Потому что, конечно, когда лицом оппозиции стоит Григорий Алексеевич, при всем моем реальном уважении к нему,
или Ксения Анатольевна, мы и получим 1,3% всегда. А потому что они олицетворяют элиту, а страна-то совсем хочет совсем другого. Чего хочет страна, мы видим. Кто кого использует? Кремль использует Собчак, Собчак использует Кремль. Это нормальная ситуация. Мой любимый пример, что немецкий генштаб решил, что он использует Владимира Ильича Ленина. И действительно, он его использовал. Купил бы билет, условно говоря, из Германии в Россию. Только где оказался через год генштаб и где оказался Ленин. Поэтому для меня вот этот аргумент, что кто-то кого-то использует, на самом деле он не такой значимый. Потому что это про повестку и чем, как бы, куда вырулит. Мне кажется, что повестка, мне кажется, самое важное, что, может быть, я не прав. Ты меня, и в этом смысле это вопрос к тебе. Мне кажется, что произошла очень важная вещь на этих выборах. Что реальный результат этих выборов заключается в том, что все поняли, что эти выборы нелегитимны, что это на самом деле фуфло. Это сказал ты. Сейчас объясню. Это артикулировал Навальный, это была главная его повестка. Это артикулировала Собчак, который участвовал в этом. Это артикулировал Игорь Малашенко, начальник ее штаба. И я думаю, что это понимают все те, кого загнали на эти выборы. Что это спектакль. В смысле, все вот эти избиратели вот и все вот эти начальники участков, которые сейчас мы видим, бросили бюллетени. Пойдете и проголосуете на этих выборах. Вот на самом деле их усердие закончилось тем, что эти выборы превратились в сознание людей, я думаю, ровно в ту же процедуру, которыми были советские выборы. А все согласны? Выборы нелегитимны. Согласны? Я не согласна с этим. Лиза не согласна. Во-первых, Собчак сказала прямо противоположное. Она не сказала, что они нелегитимны. Это как бы выборы. Нет, она вышла и сказала, что все. Нет, представляете, все компании говорят, это как бы выборы. Это во-первых. Но, тем не менее, она приняла в них участие, тем самым, как бы, сказав, что как бы выборы, я в них участвую. Ваше мнение какое? А на самом деле, советские выборы до определенного момента, они тоже с точки зрения людей, они как бы закрепляли, ну вот мы так живем, вот и эти выборы закрепили, мы так живем и хотим так жить. Более того, мы хотим так жить, и главным аргументом является... На самом деле есть две повестки, которые будут работать в ближайшие 6 лет. Это изоляционизм versus борьба с коррупцией и борьба с несправедливостью, которую Алексей, спасибо ему за это, как бы многолетним своим трудом как бы поддерживает и делает это очень хорошо. Но на самом деле пугало, так сказать, извне существующее, которое эту власть подпитывает, сыграло свою роль. Потому что если бы не это, то, со всем этим цинизмом, с коррупцией, с бордюрами там, и так далее, было бы очень трудно добиться этого результата. Вот следующие 6 лет покажут, какая партия сильнее. Но Запад, в том числе как бы издание «Экономист» и многие другие медиа западные, на самом деле помогают только этой повестке. Потому что они рассматривают Россию как пугало, и ее образ это пугало не, поддерживает. Да, я думаю, что это не совсем так, я надеюсь, что это не совсем так, и мы делаем все, чтобы это было не так. Это, поверь, как бы человек, представляющий российский, на самом деле, по нутру медиа, находящийся, проводящий большую часть времени на Западе, это так, это выглядит очень печально. Но мне кажется, что Лиза сказала сейчас важное, мы сейчас не про иностранные СМИ, не будем говорить про СМИ. Ну, я говорю о том, как Но Лиза сейчас сказала очень важную вещь. На самом деле, она существенная. По поводу того, почему советские люди ходили на выборы, почему эти люди ходят, что это не просто потому, что заставили. И здесь важная есть вещь, есть замечательная книга Алексея Юрчака «Это было всегда, пока не кончилось», которая объясняет, на самом деле, он замечательный антрополог, который объясняет, что люди, которые ходили на выборы советские, ходили в том числе для того, чтобы утвердить себя как некого субъекта. Что мы, да, это наша страна, да, вот они сейчас выхолостили эти выборы. А моя коллега, помощница, которой 20 с небольшим лет, сказала, я пойду на эти выборы, какого, извините, хрена, от того, что это, почему у нас Путин забирает выборы? Я пойду, потому что я хочу утвердить свое право, что это мои выборы тоже. Ну вот есть другая точка, закрепить себя как субъект, да, но закрепить себя как субъекта, закрепить себя как участника, как бы часть этой страны, и это... Сложнее устроено, мне кажется, чем мы думаем, потому что человек не хочет быть вытесненным за пределы своего как бы, государства на самом деле. Он говорит, да, это мои выборы. А вот то, что мы видим, оно как раз его выталкивает. Да, но в результате, как мы видели в конце советской эпохи, произошел парадокс. Никто не думал, что это развалится, но когда это развалилось, никто не удивился.
Потому что внутренние смыслы... между тем, что происходило тогда, и тем, что происходит сейчас, кажется, мы видим вот эти вот крушения. На мой взгляд, они совсем не похожи и совсем неуместны по уровню жизни, по состоянию страны, по той повестке, которая сформулирована Путиным. Как бы на самом деле совсем нет. Знаешь, как звучала повестка? В 4 часа утра, когда Горбачев вернулся с заседания ЦК или Политбюро, естественно, после смерти Черненко, и он сказал Раисе Максимовне: так дальше жить нельзя. А он до этого, в 83-м году, это сказал Александру Николаевичу Яковлеву. Мне кажется, что вот это и есть повестка. Мне кажется, что все поняли, что дальше так жить нельзя. У них внутри... Здесь, может быть, поняли, там внутри не только не поняли, но и там другая что-то. Будем надеяться, что они увидят, посмотрите, что происходит. Хорошо, я пессимист. Мы получили сейчас студента, которого загнали на выборы, говоря о том, что мы тебя выселим из общаги. И вот вполне вероятно, он скажет своей Раисе Максимовне: так жить нельзя. Он не знает про меня ничего, или, может быть, он меня даже не любит, но, по крайней мере, он точно запомнил, что его загоняли на выборы, угрожая лишить общаги. И дальше мы начнем с ним работать. Ты в этом западным СМИ веришь? Еще каким-нибудь. Смотря каким. Вот Вашингтон-Пост, веришь? Про него два фильма сняли. Вашингтон-Пост сделал прекрасный репортаж про то, что Путин выбирает поколение, которое при Путине родилось и выросло. Я читал, вот этому моему репортажу не верю. Они вот это, то есть ты веришь избирателям? Давайте уравняем. Есть и такие, и такие. Да, ну есть вот как то, что сказал Аркадий, вообще есть два электоральных процесса, два политических процесса. Все, кто родились при Путине, 18-летние, они все скорее за Путина. Я этого просто не вижу объективно. Значит, зайди в любой паблик ВКонтакте и устрой в любой, самый там, я не знаю, консервативный, и устрой там голосование: вы за Путина или против? Везде будет против. Великий социолог России по имени Сергей Шнуров. На самом деле великий, потому что, чтобы ролик посмотрели сколько там, 100 миллионов человек, это много. Как-то замечательно мне сказал, объясни мне, популярность Путина, это что значит? Он сказал: смотри, вот там сидели в комнате, говорит, вот здание стоит, Он говорит: оно там всегда стоит, вот ты там мимо него школу ходил. Тебя спросят: ты за него или нет? Скажешь: за него, наверное. А что, оно там стоит всегда. Это вообще бессмысленный, мне кажется, вопрос. Но оно всегда стояло там. За него, а как... Это другого уровня вопрос. Спасибо уважаемым гостям. Спасибо. Аркадий Островский, The Economist, незарегистрированный кандидат в президенты Алексей Навальный. Гость этой передачи, этого ток-шоу. Елизавета Остинская, издание The Bell. Издатель издания The Bell. Иван Жданов, юрист и руководитель группы наблюдения за выборами штаба Навального. Мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами на канале Навальный Лайв, который все это время оказывался самым популярным каналом на YouTube. Следите за новостями. Спасибо нашим гостям и наблюдателям. Доброй ночи. Всем пока.